Приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала «Одесса», 8 февраля 2023 года. Время сейчас 15:55, буквально 5 минут назад поступила информация о том, что в центре города слышно было взрыв. Тревоги у нас объявлено не было, что за взрыв, пока никакой информации нет. На данный момент воздушные тревоги звучат в Черниговской, Сумской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях. Сообщают о том, что угроза ракетного удара и есть информация о активности вражеской авиации в акватории Азовского моря. Что произошло в Одессе, пока неизвестно. Напомню, сегодня я уже сообщал в одном из своих видео о том, что в пригороде в области слышно было взрывы и стрельбу, но по поводу данных взрывов и стрельбы сообщали о том, что это плановая работа наших вооруженных сил Украины. Как только появится какая-то информация по поводу взрыва в центре, который слышно было в центре, я сразу же дам знать. Если что-то существенное, запишу видео обязательно. Если ничего такого, так сказать, особого, то напишу информацию в телеграм-канале. Ссылочка на телеграм в закрепленном комментарии под видео. Берегите себя, берегите своих близких. Я на связи. До встречи в новых видео. Всем пока.